73 года назад начала свою работу пенитенциарная система Мурманской области. На сегодняшний день в исправительных учреждениях Заполярья несут службу более 1500 аттестованных сотрудников и около 500 человек гражданского персонала. Такие цифры прозвучали на пресс-конференции, посвященной итогам 2013 года. Если рассчитать, вот мне такую честь вот, вручить вам, наше признание вашей работы. Встреча с журналистами началась с вручения подарков и дипломов. В конкурсе «На страже порядка» в номинации «Лучший телесюжет» победил корреспондент нашего телеканала Александр Борисов. После торжественной церемонии награждения приступили к подведению итогов прошлого года. Громких ЧП, массовых беспорядков, убийств, побегов за колючей проволокой из Заполярья в 2013-м не было. Зато под сокращение попали 453 сотрудника УФСИН. Реорганизация коснулась нескольких структур. Например, медицинские блоки и тюремные магазины теперь находятся в отдельной юрисдикции одного из регионов России.